Йо-хо-хо! Капец, людей вообще нет. Аня? Люди, вы где? Люди! Люди, вы где? На, держи. На себя тоже поверни, чтобы не думали, что где люди? У меня есть просто волшебная рука, которая держит телефон. Где лайки мне? Без которой я разговариваю. Где сердечки, которые я так люблю? А, видимо, глючит сейчас вот он чуть-чуть. Всем давайте. Привет, всем здрасте. Давайте. Вот. Подключаемся. Что-то непонятное происходит с телефоном, потому что мы не видим ни комментариев, ни сердечек. Что ты хочешь сделать? Не знаю. Два раза ты мне на экран. На, колдовать вообще. Умею колдовать. Умеешь колдовать? Не колдун. Волшебник. Фантазер. Ты меня называла. А так как мы не видим комментариев, да, поэтому будем... предлагаю, чтобы Анатолий нам чего-нибудь попел. Да, нестандартного. Например, песню на калмыцком. А, вообще нет, была на китайском. На калмыцком какая? Я не знаю. Я не калмык. Серьезно? Да, я всю жизнь жил и думал, что ты калмык. Я всем говорил и гордился тем, говорю, ребят, у меня друг калмык, а ты, оказывается, не калмык. Все, просрал свое счастье. Вот. Ну, нет комментариев, нет лайков. Поэтому, может быть, это видео и даже не записывается. Поэтому до свидания. Да, поэтому мы можем делать, что хотим. 1К. О, все, стали отключаться люди, смотри. Да. Давай сейчас дождемся, когда их один какой-нибудь останется. Один человек, да? Для него. Он тупо молчать. А потом зато одному человеку устроим концерт. И будем петь. И я счастливый, как никто. Блин, так неинтересно. Я вообще не понимаю, что происходит. Ну ладно. Давай, может, отключимся еще раз. Суть не в этом же. Суть в том, что мы сейчас едем на концерт. Кто будет у нас на концерте? А никто, потому что я комментариев не вижу. А сейчас песня поет Валентин Алексеевич Ли. Какую песню спеть? Фантазер! Ты меня называла! Да. Ну что? Вообще грустно. Да, давай, ладно, выключай еще раз, запускай.